Дорогие друзья, на сцене автор-исполнитель Артур Качаров. Послушай, брат, я много в жизни видел. Ты дома жил, а я на войне. Я убивал, стрелял и ненавидел. И до сих пор кошмары снятся мне. Послушай, брат, сегодня расскажу я о том, как взвод мой погибал в горах, а пули смерти взорами семью, солдатской кровью на чужих снегах. Послушай, брат, я знаю, как зеленка скрывает смерть под листьями кустов. И вместо писем будет погромка, когда ударит враг со всех стволов. Послушай, брат, как пил тюльпаном черным, поднявшись с неба, курс берет домой. И свет на день внезапно станет темным, а пацанам лежать землю сырой. Послушай, брат, сумел я возвратиться, но по ночам, как прежде, в бой хожу и вижу на друзей погибших лица, им еще живым глаза гляжу. Послушай, брат, ведь ты служить уходишь, я верю, что вернешься ты домой. Что я сказал, надеюсь, ты запомнил. Братан, не подведи меня, родной. Что я сказал, надеюсь, ты запомнишь. Братан, не подведи меня, родной.